Югорчане выбирают имя для новой плавполиклиники. Первый такой теплоход Николай Пирогов вот уже 30 лет позволяет специалистам оказывать помощь жителям отдаленных поселков Югры. Совсем скоро в Коломне состоится закладка киля второго медицинского теплохода для югорчан. Новая плавполиклиника будет построена с учетом всех санитарных норм и требований. Она будет отличаться большим объемом медпомощи, разнообразием медицинских исследований, новыми методиками и технологиями. На судне обеспечат работу не менее 25 кабинетов для приема врачей, обязательную доступность для маломобильных граждан и возможность комфортного размещения 10 членов экипажа и 26 медицинских работников. Окружной департамент здравоохранения предлагает югорчанам самим решить, в честь какого знаменитого врача России будет названа новая плавполиклиника. В списке имена 7 выдающихся докторов: Сергей Боткин, Иван Павлов, Николай Склифосовский, Иван Сеченов, Илья Мечников, Нил Филатов и Матвей Мудров. Отдать свой голос за понравившееся название можно до 3 октября на портале «Открытый регион Югра».